считаю, что довольно-таки интересная игра была с обеих сторон. Много моментов создавали и мы, и Милсами. Проиграли мы одному из лидеров чемпионата, команда хорошая, но я тоже могу только поблагодарить своих футболистов. Допустили мы уже в середине второго тайма, допустили мы некоторые грубые ошибки дальнего плана. Но это все сказывается из того, что опять же переходы эти с искусственно, тренируемся мы на искусственном, играем на зеленом. И физической кондиции опять же сказались под конец игры, где Милсами нас и наказал. А в целом считаю, что провели неплохую игру и готовимся к следующим играм. У нас через два дня опять игра. Поэтому могу только поздравить соперника с победой. Почему сыграли сегодня в форме без номеров на футболках? Ну, так получилось, что у нас один комплект был. Мы надеялись, что Милсами будет в красной. Мы взяли синюю, белую. Получилось так, что поэтому так.